Здравствуйте, всем привет, всем приветики, приветики, да. Погодка прям вообще великолепная, великолепная. Еду из Орла, вот погода прям от Орла до Москвы одинаковая, солнце. Ну, я выехал рано утром, я выехал где-то в районе 7 часов. Машина была покрыта инеем. Ехал такой туман красивый. Восходящее солнце, желтая листва, в низинах такой туман. Знаете, когда ныряешь в него, выныряешь, ну вообще, как на самолете летел. Вообще никого. Сейчас уже к Москве подъезжаю, уже народу, короче, так это. Тот странный вопрос, который я все время задаю. Куда вы все едете? Да. Привет, Ира. Привет, привет, вижу. Да. Ну, 14, не знаю, как у кого. У меня за бортом показывает 14 градусов. Доброго дня. Да, немножко такие два дня были муторные. Потому что, ну, первый день такой был подготовительный к открытию. Открытие было полный тухляк. Прям вообще тухляк прямо был. Не поверите, дай бог человек 100 было в зрительном зале, который рассчитан там, ну, на 800. Человек 100, если не меньше. Очень тухлое было открытие, как никогда. Я прямо вот честно скажу, ну, я не ожидал. Ну, то есть, грубо говоря, никто не пришел. Практически никто не пришел. Было руководство области, были какие-то вот такие прямо ценители. Несколько поклонников таланта вашего покорного слуги. Ну, в общем, ну, вы знаете, вот самое удивительное открытие, видимо, из-за того, что вот так произошло. Актеры все, это было так душевно, так тепло. Это было, знаете, так по-семейному уютно. Какие-то такие были приятные человеческие экспромты, что, ну, прямо не хотело заканчиваться, если честно. Да нет, не подстригся, я просто с утра встал, чтобы время не терять, голову не мыл, так это умылся, как говорится, в машину и погнал. Сейчас приеду домой, приму душ. Вот. Ну, просто время не терять тоже, так это. Здрасте, Беларусь, вижу, да. Ну, короче, ну, я так думаю, что здесь подпортилась ситуация с вот этим объявлением о том, что, типа, все массовые мероприятия закрыты там и так далее, и так далее. Но там немножко СМИ, как обычно, попутала грешное с праведным. Потому что, ну, СМИ неправильно поняли. Или точнее как, они слово сказали, как сказали чиновники. А чиновники, возможно, как говорится, ну, что там греха таить, косноязычный народ. Уж если я, как говорится, актер, иногда бывает такое могу сказать, что сам потом удивляюсь, то им-то, что, собственно говоря, сам Бог велел. Они не на это учились. Поэтому да, ну, предфронтовая такая какая-то история. Потому что, ну, слушайте, почти по 1000 человек два дня подряд только умерших. Заболеваемость растет просто какими-то геометрическими прогрессиями. Поэтому понятно, что в такое время, тяжелое, непростое, провести такое мероприятие, это, конечно, крайне-крайне сложная задача. Хорошо, что оно хотя бы вообще состоялось. Вот. Что называется, Роспотребнадзор, просто что называется, Орловской области, не до нас было. Не дошли у них руки до нас. А так бы они могли бы вполне это все дело прикрыть легко. Легко могли бы прикрыть. И ничего бы мы им не объяснили. Пенза, привет. Здрасте. Так что вот такие дела. Идет конкурсная программа, бесплатно показывают в Грине. Да, у них такой есть там в Орле, у них есть такой большой очень торговый комплекс, торгово-развлекательный, я бы даже сказал, Грин. Очень прикольный, кстати. Вот. Что за мероприятие? Это кинофестиваль «Созвездие». Вот.
Нет, премьера фильма с моим участием будет на закрытии. Это внеконкурсный показ на закрытии. После церемонии как бы закрытия будет, ну, продолжение, как продолжение, будет показ фильма «Ровесники». Вот. Так что вот так вот. Где ты там была, Саш? Ты что, о чем ты говоришь? Где ты была? Я тебя не видел. Постоянно дрожит картинка, ну, потому что машина едет, и у меня же как бы, ну, телефон на держателе, поэтому немножко вибрирует, возможно. Здравствуйте. Да, всем привет. Так что вот так вот. Поэтому, да, немножко, конечно, все расстроились, но все отнеслись с пониманием. В любом случае было... Я выступал, читал стихи. Был такой очень трогательный момент. Показали они отрывок из «Вербного воскресенья», когда мой герой просит прощения у Павла Кирилловны. И потом я вышел, прочитал стихи. Вот. Да, всем хорошо. Всем да. ТВ «Ровесники». Слушайте, «Ровесники», «Ровесники», чтобы вы понимали. «Ровесники» — это режиссерский дебют. В каком-то смысле дипломная режиссерская работа. Просто девушка-режиссер получила грант. Грант. И на этот грант мы сняли кино. Там все практически работали бесплатно. Там такая история. Там даже актеры некоторые не про, ну как бы такие, скажем, полупрофессиональные актеры. Но тем не менее история очень красивая получилась. Она такая немножко наивная, технически такая достаточно упрощенная. Ну в силу обстоятельств. Ну что вы понимали, да, что это полный метр, но это не для проката, это дипломная работа, вот. Да, вакцинацию надо было давно проводить. Я говорю, что мы болеем. Очередная волна заболевания исключительно просто из-за тех, кто не привился. Чтобы вы понимали. То есть это будет до бесконечности. Пока будут те, кто не привились, мы будем постоянно погружаться в эти волны заболеваемости. Это так всегда было. Это, знаете, как говорится... Это когда-то, ну, как незаконченное дело. Как незаконченное дело, как незаконченный ремонт. Вот. Когда ты постоянно возвращаешься что-то доделывать и так далее. Вот из-за того, что народ не привился весь, опять понеслось. Опять понеслось. Ну, ладно, я не хочу на эту тему разговаривать. Я привит. У меня все хорошо. Остальные как хотят. Я могу сесть хоть на год на карантин. Мне, в общем-то, я понял, что бессмысленно всех призывать к чему-то. Тут как бы, ну вот, если мозгов нету, то тогда, знаете, как говорится, будет учить жизнь. Будет учить жизнь. Вот. Вакцинированных богато. Так, понимаете, в чем дело? Должно быть не богато, должно быть, чтобы все были вакцинированы. Все. Чтобы остались только там какие-то там единицы, которые там, ну, действительно по медицинским там показателям, там, скажем, не могут. Хотя я не знаю, какие должны быть медицинские показатели. Даже если онкобольные являются теми, кто, как бы, ну, в первую очередь должен вакцинироваться. То есть, ну, это такое. Мы сейчас опять начнем разговаривать, сейчас кого-то опять вспенит и понесется. Я не хочу на эту тему говорить. Все, не трогайте, пожалуйста, тему вакцинации. Мне, как бы, ну, прям реально уже вот уже где-то все. Вот. Я знаю одно. Если ты сам не соображаешь, то жизнь тебя научит. Тут, как бы, вот, третьего не дано. Вот. Так что такие дела. Ой, слушайте, тут слушал интересный очень материал по поводу этой свадьбы. Свадьба ж это была у нас. Романовы, Романовы, цари-то наши. Цари наши венчались в Санкт-Петербурге, по-моему, чуть ли не в Казанском соборе, но суть не в этом. Это ж надо как бы устроить такое шоу на ровном месте. Чтобы вы понимали, да, я еще давно знал, что вот эти вот, там же несколько линий Романовых, ветвей, там же дерево-то было, ого-го, ветвистое. Так вот, вот эти Романовы,
Там они в Великую Отечественную войну, все их там родственнички были замужем там за эсэсовскими офицерами, там, за, там, из вермахта, там и летчики какие-то, и полковники какие-то пехотные и так далее. Ну, то есть, там, собственно говоря, веселая семейка, еще та. Там дедушки, бабушки, как говорится, все там это, то немцы, то пруссаки, то еще кто-то, короче, которые там во время Великой Отечественной войны там были женаты там за теми, кто, собственно говоря, убивал наших... Да-да-да, да, мы тебя видим. Спасибо, что обозначил себя. Вот. Тех, кто убивал наших дедушек и бабушек на Великой Отечественной войне. И эти товарищи, потомки вот этого всего, приехали венчаться в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе. И еще и этот, как его? Еще и... там этот, как его, патриарх питерский там какой-то и чего-то там, и Невский, или я не знаю, как его там правильно зовут, их еще обвенчал. Еще и почетный караул был. Гребаный стыд вообще. Я понимаю, почему Шойгу, а я понять не могу, думаю, что Шойгу взгрел руководство северо-западного там, короче, военного округа, вот, начал вникать, оказалось, за то, что отправил на вот это вот, знаете, на эту армянскую свадьбу, как я говорю, отправил почетный караул. Это что-то с чем-то, конечно. Просто за грань добра и зла. Я не знаю вообще, кому в голову пришло. Я считаю, что надо разобраться и надо хорошенько вздрючить всех, кто к этому имел отношение. Просто какие-то левые люди приехали, устроили свадьбу и так далее. Кто это? Какие Романовы? Идите вы нахер, Романовы. У нас Романовых нету с 17-го года. Вот, и в принципе и правильно. А то, честно говоря, ко всей этой свадьбе не хватало, чтобы еще, как говорится, в честь молодоженов опять пальнула Аврора. Жесть какая-то. Жесть просто. Я как послушал, у меня волосы встали дыбом. 21 век. А, собственно говоря, там посмотреть на этих Романовых там, русские цари, там русского-то, грубо говоря-то, там осталось-то там, дай бог, сотая доля от русских там осталась, вот, да, я говорю, еще на выходе надо было, чтобы пальнула Аврора, чтоб, как говорится, они поняли, что, ну, без вариантов. Не надо возвращаться, не надо. Нам не нужны никакие цари, императрицы и так далее. Все. Да откуда они приберлись? Они в Испании живут. А жену он взял себе какую-то итальянку-переводчицу. Ну, честное слово, я вам серьезно говорю, какая-то была армянская свадьба. Вот прямо вот не дать, не взять. Вот. Имя Богдан — украинское имя. Имя Богдан — распространенное славянское имя. Вот. Украинским может быть только борщ. А имя может быть славянское. Да. Да Романов какой-то колобок, слушайте, они какие-то эти... Просто... Смешарики, елки-палки. Что она, что он, что там мама там это выкатывает. Ну я прям посмотрел, поржал от души, если честно. У вас дождик со снегом. Ну что ж, как говорится, никого не минет. Я знаю, что, собственно говоря, нас тоже когда-то это коснется. В ближайшие, я думаю, пару-тройку недель точно. Оба страшно красивые. Да, страшное подчеркнуть. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Ладно, как говорится, бог с ним. Женились. Главное, чтобы, знаете, вот это вот не повторять. Вот это вот не повторять. Потому что, ну реально, это вот какой-то был... Фарс какой-то был, если честно. Непонятно, при чем здесь был наш караул. Вот, там церковь, батюшка-то там, как говорится, такое дело. Что называется, там пожертвовали на церковь, он там мог там, как говорится, и это. Но музей, как бы, зачем? Казанский собор, он же музей вроде бы пока еще. Он же пока еще официально не является, как говорится, собором Русской Православной Церкви. Вот. Куда вы едете? Ну вот, друзья мои, мы дождались... Вопрос из топ-3. Куда вы едете? Туда. Да, седьмая вода. Так там, если я говорю, посмотреть родословную, там что там какой-то там Павел Кириллович там какой-то, или кто там,
дедушка там, по-моему, и так далее, был этим, штурмбанфюрер СС, короче, служил. Там дальше посмотреть, там всякие эти кузины, там как бы и так далее, и так далее. Все сплошь замужем были за офицерами фашистской армии. То есть там или за пруссаками, там или за немцами и так далее. То есть реально, реально, там клейма ставить негде. Там просто-напросто, как говорится, этот, как его там этот, Жора, он же Георгий вроде, Жора Романов этот, он там потомок наполовину эсэсовских офицеров, это, войск Гитлера, понимаете? И это чучело приехало здесь, это, венчаться. Пошел он нахер, я считаю так. Вот. У нас очень... вопрос про похудение еще пока не было. Вот. Вы сами кто по нации? Какая разница? Вот вам это что как бы даст? Что вам это даст? Кто я по нации? Если для вас это важно, то этот эфир не для... Я советский человек. Для меня национальность играет в последнюю очередь вообще. Для меня, я делю людей на хороших и плохих, на умных и дураков. Вот. А что касается религии, нации, это вот как раз вот придумано для дураков, пускай делятся. Про погоду нет, не был. Я вопрос, этот вопрос я предупредил. Сразу сказал. Да, как Богдан переводится, это имя распространено в Белоруссии, на Украине, в России, в Польше так себе, в Болгарии очень распространено это имя, в Черногории это распространено. Есть производные от этого имени, в том числе и женские имена есть, Богдана, допустим, да, и так далее. Вот это такое распространенное славянское имя, в принципе. Оно больше никаких народов особо, не встречается, в том смысле, в котором вот как бы, у нас оно на слух, да? Да. Главное оставаться человеком. Да, я считаю, что главное оставаться человеком. Потому что, национальность, вот опять-таки, да, вот как бы, это как бы, имеет, наверное, значение, там, допустим, да, как бы, что такое украинец? Украинец – это самоназвание, это не национальность. Украинец – это самоназвание, это как казак. Казак – это самоназвание, это же не национальность. Хотя есть там определенная, там целая огромная прослойка людей, там, которые там себя там казаками там именуют. Но казак – это не национальность, это самоназвание, самоопределение, самая такая, знаете, идентичность. Вот. То же самое, как украинцы. Украинцы, как бы, это люди, которые жили в свое время на окраине, грубо говоря, более-менее цивилизованного, скажем так, государства. Они были порубежниками, то есть, грубо говоря, люди, которые стояли практически на границе. Дальше начиналась там дикая степь, или начиналась там какая-то вражеская там территория, скажем, неизведанная. Вот. И вот какой-то момент, грубо говоря, там... Славяне там, да, чтобы никого там не вспенило по поводу того, что я сейчас там скажу, что это русские, а то, что тут, как говорится, неадекваты ж тут же нарисуются, вот. Славяне, они назывались, жили у края, украинцы, так скажем. Вот, и все. Это не национальность, это самоопределение, как казак, например. Вот так я думаю. И, в принципе, мои какие-то такие исторические более-менее познания говорят о том, что я, скажем так, я прав в чем-то. Привет, Казахстан. В Казахстане были? Нет, не был. Не доводилось. И судя по последним тенденциям и событиям, я так чувствую, что не смогу побывать в Казахстане. Я на казахском не разговариваю. Я буду троллить за такие вещи всех, чтобы стыдно просто было. Как я в Грузию сказал, что я не поеду, потому что вдруг где-нибудь не там сяду и будет скандал. Вот. То же самое сейчас буду казахов за их националистические там выпады в сторону русскоязычного населения тоже буду троллить. Чтобы, так сказать, людям было стыдно, возможно, за то, что происходит у них там. А это, собственно говоря, очень серьезная волна поднимается. И чувствую, что это плохо закончится. И для Казахстана, и для отношений между Россией и Казахстаном.
Вот, потому что примерно то же самое также начиналось в 2004 году при Ющенко на Украине. Так что, в принципе, можно ожидать того, что в Казахстане примерно такие же события могут произойти, что-то подобное. Ну, скажем так, лет через 8-10. Посмотрим. Посмотрим, интересно, как говорится. Всем здоровья и возможности дожить, чтобы проверить мои слова. Здрасте, здрасте. У вас мать казашка, в смысле крестная мать казашка? Казашка или живущая в Казахстане русская? Вы уточняете. Вот. Это не казахи, это правительство. Да-да-да. Конечно, конечно. Вот мне всегда нравится, как люди соскакивают с темы, понимаете? Я всегда говорю, что правительство, это то, что порождает народ. Правительство выходит из народа. Правительство, власть и народ связаны пуповиной. Народ – это мать любого правительства. Так что не надо мне рассказывать, когда мне говорят, что люди не виноваты. Расскажите мне, виноваты. Как говорится, простые люди, чем они виноваты? Ну, подумайте, чем они виноваты. Вот. Какой фильм посоветую? Художественный, конечно, какой же еще? Ну, не документальный же вам фильм советовать. Вот. Добрый день. Да, у нас начинается перепись населения. Вы в курсе, кстати, товарищи? Вы готовы к переписи населения? У нас, по-моему, с 16 октября, если я не ошибаюсь, по 16 ноября месяц будет идти перепись. Честно говоря, я не совсем понимаю смысл делать перепись в разгар пандемии, когда по 1000 человек умирает каждый день. Вот. Но во всяком случае она запланирована. По ее отмене я не слышал никакой информации, но мне кажется, что это какая-то, ну, такая, скажем, глупость очевидная. Устраивать перепись в разгар пандемии. Ну, то есть, слышали про партию «Новые люди»? Это название, там все старые и хорошо вам всем известные. Так что не берите в голову, не ведитесь на название. Это то же самое. Это то же самое. Салам, Дагестан! Здравствуйте, Дагестан! Спасибо вам большое за ту реакцию людей, которую я читал на то событие, которое произошло в московском метро с участием ваших земляков. Вот. Очень радует то, что в Дагестане огромное количество порядочных, трезвомыслящих людей, вот, которые, собственно говоря, которым большинству было стыдно за то, что произошло. Вот. Спасибо большое. Я всегда знал, что в Дагестане очень мало трусов и подлецов. В основном там народ очень смелый, очень честный и так далее. Просто в следующий раз, друзья мои, дагестанцы, вот этих вот таких вот такого рода ублюдков, пожалуйста, не присылайте к нам. Мы с радостью примем самых достойных ваших сынов и дочерей и сделаем все, чтобы они здесь чувствовали себя как дома. А вот таких ублюдков к нам не присылайте, пожалуйста. Потому что, ну, реально они бросают, ну, просто тень на Дагестан, на народ Дагестана и на ислам. Уж простите, как говорится, говорю честно, потому что был до глубины души возмущен тем, что произошло. До глубины души просто. Это задело как бы всех. Здесь это задело очень сильно всех. Так что так вот. Раменская, здравствуйте. Куда едем? Домой едем. В Орле был 2 дня. Рассказывал. Открытие кинофестиваля было. Нет, у меня ребята, все, кто приезжают из Дагестана, все говорят, такое ощущение, что это другая планета. Потому что те дагестанцы, которые у нас в Москве, это черти просто какие-то. А приезжаешь туда, в Дагестан, мало того, что красота неописуемая вообще, Дагестан очень красивый. Мало того, что, говорит, потрясающие люди, гостеприимные, веселые, очень такие душевные и так далее, и так далее. Говорит. И мы, говорит, приезжаем, говорит, и не понимаем, куда мы попали. Как бы, а кто тогда те, кто вот здесь там в Москве, в Питере, в России? Так что да.
Так что да. Челка, да под очками у меня челка. Я встал, как говорится, быстро умылся, зубы почистил, в машину прыгнул и погнал. Потому что сегодня воскресенье, погода хорошая. Сегодня народ поедет из дач. Ну там, знаете, как говорится, поехали, кто там это, дачи закрывать, кто просто отдохнуть, как говорится, и так далее. Поэтому да, поэтому понимаю, что где-то уже там после обеда уже будет мрак, понимаете. Я уже сейчас уже по пробке еду, по МКАДу, да, вот. Причем такой нормальной пробки, она такая же пробка, как обычно в рабочие дни, вот. А если бы там сейчас народ с дачи поехал, это уже был бы край. Поэтому я быстренько, что называется, умылся, зубы почистил, быстренько перекусил, позавтракал в гостинице. В машинку прыг и поехал. Вот. Чтобы просто-напросто, ну, успеть, ну, нормально доехать. Поэтому очочками голову-то и прикрыл. Ну все, мы закрыли тему, как говорится, про Дагестан, мы закрыли тему. Все понятно, все разумные люди сделали правильные выводы. Вопрос-то в другом, что парня этого как бы действительно наградили, потому что, ну вот, я реально как мужчина понимаю, что, ну там, пытаться драться с тремя людьми, ну кто у нас может победить троих противников? Ну кто-нибудь типа а-ля Хабиб какой-нибудь, да? Или Конор Макгрегор какой-нибудь, вот. Потому что, ну, я в этой жизни бывал в переделках, в драках, получал. Я знаю, что такое, когда тебя там 3-5 человек, там, собственно говоря, там метелят. Бесполезно. Ты можешь быть там хоть 100-кратным чемпионом мира там по боксу, понимаете, вариантов, как бы, ну, что ты там где-то там, ну, против толпы там выстоишь, это маловероятно. Парень действительно смелый, потому что, ну, сделать замечание трем агрессивным, подвыпившим дагестанцам, да, то есть, ну, даже если он их там не идентифицировал, но тем не менее, это действительно смелый поступок. Но у него мотивация была, он заступился за девушку. За девушку заступился. Ну, то есть, это еще добавляет к тому, что он еще и благородный человек. Поэтому я абсолютно уверен в том, как бы, что награда, которую его представили, она заслуженная. Она заслуженная. Вот. Так что вот я горжусь, что такие, как он, есть еще среди нас. Я просто горжусь. Я ему лично там денег перевел. У него там, ну, кости лица там поломаны. И он там долгое время там будет находиться на больничном. Я так понимаю, что парень не местный. И, как говорится, ну, зависит от финансов просто. Ну, там квартиру, там лечение, туда-сюда. Почему я в сторис и выложил, как говорится, что у кого есть возможность, я там никого не осуждаю. Кто смог, тот смог. Вот. Это его был аккаунт, я проверил несколько раз. Вот. То есть я даже через официальные источники зашел. Это был его аккаунт в Инстаграм. Вот. Я ему там денежек немножко перевел. Он из Воронежа. Да, он из Воронежа. Но ему там тоже от московского правительства денег там переведут там пару миллионов. Плюс там еще, как говорится, там пожертвования. Ну, знаете, как говорится, героев надо поощрять. Надо поощрять. Слава богу, что не убили. Хотя заметьте, что у них был там и нож. Ну, не нож там такой, знаете, был. Канцелярская такая вот эта вот, знаете. Нож канцелярский был. Опасная достаточно штука. Потому что, в принципе, это как опасная бритва. Вот. Убить не убьешь, но расписать можно так, что мама дорогая будет. Вот. И был газовый баллончик. Ну, то есть, теоретически, если бы он их победил, ну, в смысле, начал бы там, грубо говоря, месить по полной программе, эти бы смелые, в кавычках, горцы достали бы газовый баллончик и нож. Понимаете? Ну, мы все знаем, то есть я, например, вот сколько живу, я знаю, что если я связываюсь с кавказцем, у меня в кармане как минимум должен быть или кастет, или нож, потому что я точно знаю, что в какой-то момент у него в кармане, в смысле, он из кармана достанет примерно то же самое. Я просто знаю это, я сколько раз сталкивался, я знаю, что они вот дерутся, если побеждают, не достают ни нож там, ничего. Только начинают проигрывать, все уже, когда уже поплыл, уже сопли уже пошли кровавые,
руках появляется нож. Или у него, или у кого-то из его, грубо говоря, там банды. Так что вот так вот. Поэтому всегда говорю, прежде детей своих научите. Если видят, что если драка начинается с кавказцем, начинают, у них в кармане должен быть кастет, нож, а лучше пистолет. Это вот закон, просто вот закон гор, короче, на равнине. Закон гор, имейте в виду. Или не связывайтесь. Или не связывайтесь. Потому что это чревато тем, что как бы, ну, можно там убьют, не убьют, но покалечить могут. Потому что, ну, это вот такая вот, такая категория людей. Такая категория людей. Я вот говорю, что по своему жизненному опыту знаю. Вот лично сталкивался, среди моего окружения сталкивался. Поэтому думайте. Думайте. Да. Лучше не драться. Ну, конечно, лучше не драться. Лучше, как говорится, на предложение пожрать говна, сказать спасибо, без 15-12, давайте ваше говно пожру. Да. Драться и защищать себя, свою честь и свою там девушку, и свой дом надо уметь. Конечно, лучше не драться. Но иногда бывают ситуации, когда у тебя выхода нет. Поэтому вот я и говорю, что смотря с кем. Есть категория товарищей, с которыми драку надо начинать, имея в кармане кастет, нож, а лучше пистолет, как я говорю. Вот. Да. В депутаты пока не ясно. Незенько-незенько летим пока. Посмотрим еще. Ну, время еще не пришло. Решается вопрос. Там очень непростая ситуация, потому что там происходит сейчас перетрубации, перетасовки. Некоторые выбранные депутаты уходят в руководство области, и они складывают с себя полномочия. Некоторые депутаты передают полномочия, там, скажем, другим каким-то там товарищам. Некоторые депутаты отказываются. Вы посмотрите, что происходит, например, в «Единой России», из тех, вот как бы, кого я знаю, из тех, кто голосовали в Думу, 66 мандатов люди отказались в пользу других людей. Ну, то есть вы понимаете, да? Вот. Ну, то есть вы голосовали за одного, а он как бы проходит, а потом мандат свой передает какому-то там другому человеку. Вот. Ну, я считаю, что это, конечно, там, нет, там есть объективные причины, почему это происходит или еще что-то. Вот. Но мне кажется, что-то не совсем красивое и правильное. Вот. Слушайте, у меня у отца служили дагестанцы, чеченцы, ингуши. У моего отца в Эстонии служили ребята. Ему прямо их отдавали на перевоспитание. Все они воспитываются, все они как бы обуздываются и так далее. У меня у бати была связка черенков для лопаты. Вот, когда приходили молодые из этих районов, он раз в месяц стабильно на складе заказывал связку просто черенков для лопаты. Потому что он эти черенки от лопаты ломал об них просто-напросто. У меня батя очень жесткий человек, он прямо вот, знаете, он волкодав. Он всю жизнь занимается спортом, он боксер и так далее. Вот. Но! Он очень справедливый был человек. Я помню огромное количество каких-то посылок, особенно к Новому году, и они все сплошь и рядом были из Махачкалы, из Грозного, там, из Владикавказа, еще откуда. Это его солдатики, которые у него служили тогда 2 года. Они присылали ему на Новый год там гранаты, мандарины, там какие-то сухие сухофрукты, там еще там что-то и так далее, и так далее. И они всегда благодарили моего отца за ту школу жизни, которую он им преподавал. Вот. Но то, что он их метелил, как он говорится, выбиваю дурь вот эту, на землю опускаю, как он говорил их. Вот. Он реально их метелил. Он просто брал черенок от лопаты и просто метелил их. Они у него никогда не сидели на губе, хотя кидались на него и с ножом, и с топором, и так далее, и так далее. Он никогда их под монастырь, что называется, не подводил. Он у себя тихо, у него было, как говорится, там свое место на аэродроме, он меня занимался, он обеспечивал локационную связь.
на аэродроме, на РСБН, так называемые. Станция там дальнего приема, ближнего приема, это приводы назывались. Дальний привод, ближний привод. Это как бы аппаратура, которая там из станции, на которой работали солдатики, на ходу не работали, а служили. Вот. Которая там, ну, помогала самолетам взлетать, садиться там в темное время суток, там в тяжелых погодных условиях и так далее, и так далее. Вот. И у него, вот как бы ему отдавали таких солдат. Через год, они все были отличниками боевой и политической подготовки, лучшими вообще просто-напросто, лучшими. Ими там гордились родители и так далее. Но батя никогда не рассказывал никому, каким образом он их к этому приводил. Они были верными. Они, вот говорю, что в какой-то момент, они за батю были готовы порвать любому. Я помню, меня отец привозил, вот. Был такой, там у него солдат, Магомед. Вот. Он был, занимался карате там и так далее. Борец был, там уши поломанные. Он там, ну там со школьных лет. Меня батя привозил, отдавал меня, пацана, лет там 6-7. Вот. Отдавал и уезжал. Они с мамой там уезжали там куда-то там или в Таллин ехали за покупками или еще что-то. Ну мне, а мне как бы, ну чтобы не сидеть дома, он меня привозил. И говорил, Мага, пускай, говорит, там малый там побудет с вами и так далее. Я был накормлен, напоен. Я первые уроки каких-то боевых искусств, он начал со мной заниматься карате. Это было очень смешно. У него была тетрадка. Я помню, как я с этой тетрадки перерисовывал все, сидел. Приемы, переписывал там тексты и так далее. Вот. Вот такой чувак был. А у него была история очень страшная. Однажды ночью, он молодой еще совсем боец, прошло месяцев 9, наверное, и ночью стук в дверь, в квартиру, ночью, часа 3 ночи, чтобы не соврать. Батя открывает, стоит Мага, в слезах весь, говорит, Валентиныч, мать, говорит, умирает, говорит, мне нужно домой. Батя говорит, ты с ума сошел, как? Это, говорит, нужно оформлять сейчас, там кучу бумаг, там трали-вали, как? Он говорит, Валентиныч, говорит, всю жизнь, говорит, буду благодарен, говорит, в ногах буду валяться, мать умирает, говорит, пожалуйста, сделай что-нибудь. Батя ему дает свою одежду, потому что он в солдатской форме, они примерно по комплекции одинаковые. Батя дает ему, как я сейчас помню, по-моему, спортивный костюм, там что-то холодно, зима или осень была, не помню, куртку там, шапку, трали-вали, берет свои документы, едет в Таллин и военным бортом, я не знаю, как бате это удалось, военным бортом отправляет его в... Он, по-моему, был то ли чеченец, то ли дагестанец. По-моему, чеченец он был. Вот. И батя его отправляет в Грозный военным бортом. Он успевает, мать умирает. Батя идет к командиру потом полка. А батя у меня был этим... Он был... Ну, короче, партийной организации, представитель партийной организации, как бы это, вот, офицеров. И он идет к... Ну, то есть, по большому счету, это, ну, должностное преступление, потому что солдат пошел в самоволку под прикрытием, как бы, офицера. Вот. Но батя пошел к командиру полка, объяснил ситуацию, они задним числом оформили все документы. Вот. Ну, чтобы, как говорится, под раздачу пацан не попал. Он вернулся. Я вам клянусь, он на моих глазах целовал руки моему отцу. Руки моему отцу целовал за то, что успел мать перед смертью увидеть. Ну, перед ее смертью. Так что, какие они бывают, я очень знаю хорошо. Я знаю, что у них всегда и нож за пазухой есть. И ударят, не раздумывая. И я знаю, что если ты к ним... по-человечески, по-нормальному, будут верными-то тебе друзьями и товарищами всю оставшуюся жизнь. Понимаете, вот о чем я говорю. Почему я и говорю, что не присылайте сюда, в Россию, не отпускайте, точнее, не то, что не присылайте, не отпускайте ублюдков. Они позорят вас, ребята. Они позорят. Так что вот такие дела. Привет, Чернигов, здрасте. Да. Отец у меня, да, слушайте, ну я говорю, что потом там годами практически, я говорю, приходили посылки, особенно на Новый год.
Я серьезно говорю, я просто с санками ходил на почту, меня мама научила заполнять как бы все. Я с ее паспортом приходил, но там в гарнизоне все знали, кто я, мою маму знали. Я приходил, мамин паспорт, заполнял вот эту обратную сторону на получение посылки. На санки, грузил иногда 3-4 посылки, можете себе представить. И все были вот из Грозного, из Дагестана, из Махачкалы и так далее. Вот, у бати было очень много ребят служило именно вот из этих как бы краев. Потому что он единственный, кто мог их перевоспитать. Да. Так что такие дела. Что творится с ценами? Ну, привет из Америки. Америка за это время напечатала такое количество триллионов долларов, что во всем мире из-за Америки, во всем, потому что, ну, доллар мировая же валюта, да? Вот. Из-за Америки во всем мире растут цены, инфляция там зашкаливает и так далее. Там китайцы не знают, как отмахаться. Они, по идее, рассчитывали на где-то 9% ВВП прироста, а у них там в лучшем случае получается 5%. И они ничего не могут с этим сделать. Вот. Так что так вот. Поэтому и цены растут. Это один из таких факторов, который вот на поверхности. Дальше нужно уже смотреть внутренние проблемы. Но основная базовая как бы проблема роста цен вообще во всем мире, это именно то, что Америка напечатала просто. И они еще у них в планах напечатать еще полтриллиона долларов. Так что готовьтесь, ребята. Готовьтесь. Да, это вот такая история. Актер на сцене погиб, ужас. Да, актер погиб, это ужас, конечно. Это трагедия, соболезнование семье. По каким причинам он погиб, пока не ясно. Но я так понял, что он пошел не туда. Там, когда происходит смена декораций, там очень четко. Я просто в театре работал, я знаю, что такое. Я сам эту декорацию иногда двигал. Вот. И там нужно быть очень осторожным. Там четко есть... протокол, по которому ты выполняешь там определенные там действия. Вот. Поэтому есть предположение, что он, он там что-то выносил или уносил, но пошел не туда, и в результате произошла вот такая трагедия. Мне кажется, что вот это вообще очень может быть. Я знаю, потому что я знаю, как люди калечились у нас, ну, во время спектаклей. Я сам рассказываю, как я в Линкоме чуть не остался без глаз. Меня вводят в «Женитьбу Фигаро», где Певцов играл Фигаро. Может, не знаю, кто видел. Может, на гастролях были, может, в Москве были. Может быть, там, не знаю, телевизионную версию. Это. И там периодически есть такие революционеры, которые пробегают через сцену там с оружием, там с флагом там, и так далее. А за ними гоняются там французские солдаты. В общем-то, такая, ну, немножко такая сквозная линия странная через весь спектакль и так далее. Я вожусь в «Женитьбу Фигаро» только-только на курс к Марку Анатольевичу Захарову попал. Вот. И на репетиции мне говорят: вот отсюда ползешь из одной кулисы в другой, где-то там останавливаешься там на фразе, музыкальная там будет такая пауза, вы на ней останавливаетесь, там, значит, Фигаро говорит там монолог, бла-бла-бла-бла-бла, потом бах, короче, взрыв, вы встаете в дым, в огонь, короче, с ружьями наперевес бежите. Понятно. Проползли, прорепетировали. Ну, понятно, что там бах был не настоящий, там нас вводивший актер говорит там бах, там это, да. Мы встаем, бежим и так далее. И спектакль, мы заготовились сейчас уже ползти. Все, пошла музыка. Там, та-да-да-дам, там, та-да-да-дам, там. Мы, значит, ползем с этими ружьями, проползаем под качелью, на которой качается Фигаро. Вот, и музыка, бам, мы раз и замерли. И лежим. Он там читает монолог, качели останавливаются, мы читаем монолог. И потом, значит, короче, взрыв. Я ж, как говорится, подрываю. Ну, взрыв. Я подрываюсь, делаю шаг вперед. А там было мне, забыл и актер сказать, и ребята предупредить, что там будет бам-бам через паузу. Два взрыва, петарды, достаточно мощные такие, прямо летят ошметки, много очень дыма и так далее. И под этот дым, пока он там дым заволокает сцену, там смена декораций, снимают качели, там какие-то кулисы опускаются, какие-то занавесы, в общем, такое, знаете, техническая история. Ну и первый взрыв, бам, я подрываюсь. И мне вторая петарда взрывается прямо в лицо. Бум! У меня сечки, кровище. Хорошо, что я остался с глазами.
Вот. Ну, то есть там, грубо говоря, бумага, какие-то там более жесткие, картон, вот что-то такое, что из чего была эта петарда, вот, мне прямо прилетели в лицо. Все почему? Потому что мне не сказали, что будет два взрыва, а я, собственно говоря, ну, очень это нервничал, волновался, так сказать, и, что называется, проявил излишнюю инициативу. Вот. Могло бы все закончиться печально. Ну, как говорится, отделался, что называется, там, какими-то там такими точками. Вот. Мне тут же это все там гримеры там убрали кровь, продезинфицировали, там, намазали. В общем, все обошлось. Поэтому вот такая вот история. Дмитрия Хворостовского живьем никогда. Ну, в смысле, воочию нет, только по телевизору. Да, техника безопасности – это то, что надо соблюдать неукоснительно. Друзья мои, я был 5 часов за рулем, простите, пожалуйста, устал немножко. Рассказал вам, надеюсь, интересную историю, все хорошо. 12 числа у нас закрытие будет на кинофестивале. Граждане орловчане, с пониманием отношусь к тому, что вы беспокоитесь за свое здоровье, но у нас там дистанция, у нас там маски, у нас там все-все-все как бы предусмотрено. Захотите, приходите. С пониманием отнесусь, если не придете, потому что, ну, согласен, что это все не очень безопасно. Ну, то есть, где найдешь, где потеряешь, непонятно, но не хотелось бы, чтобы там причиной там вашего заболевания был наш кинофестиваль. Вот. Но, тем не менее, 12 числа в 7 часов вечера будет закрытие и будет показ фильма дипломной работы достаточно, мне кажется, интересного молодого, молодой режиссерки, в котором я снимался. Вот. Так что так вот. Привет, Магадан. Спасибо за эфир. Из Бреста, с любовью. Да, Брест, спасибо, спасибо. Все, друзья мои, всем всего хорошего, до скорой встречи. Ну, завтра будет какой-то эфирчик, наверное, тоже. Если ничего не изменится. Все, пока-пока, до свидания.